Президент Таджикистана Эммали Рахмон объявил мораторий на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в производственной сфере. Соответствующий указ был подписан им 16 января. Как пояснила пресс-служба президента, согласно указу, субъекты предпринимательства, занимающиеся производством, освобождаются от всех видов проверок за исключением плановых проверок, проводимых Агентством по борьбе с коррупцией, Национальным банком, Генеральной прокуратурой, Счетной палатой и Налоговым комитетом. Целью объявления данного моратория является государственная поддержка производственного предпринимательства для увеличения промышленного и экспортного потенциала, утверждает пресс-служба президента. Но, по мнению экспертов, это решение является скорее популистским жестом, нежели целенаправленной работой по созданию благоприятной обстановки для предпринимательства. Наблюдатель отмечает, что Рахмон все чаще применяет такой политический ход, как популистское решение, что указывает на смену тактики. По всей видимости на тренд отчасти влияет и коллега Рахмона, псевдореформист, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, который для приобретения популярности проводит в стране косметические изменения.